Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 апреля. Святая мученица Ирина. Пострадала в Греции в 258 году, в день Святой Пасхи. Она жила вместе с другими христианами в пещере и проводила время в постоянных молитвах. По доносу язычников святая Ирина была схвачена воинами правителей и заключена в темницу. За безбоязненное исповедание Христа истинным Богом святая Ирина приняла жестокие мучения. Ей отрезали язык, выбили зубы и, наконец, отсекли мечом голову. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.